Всем привет, дорогие друзья! Последнее время на Cartoon Cat начало появляться очень-очень много пасхалок. Да, и о них знают не все люди, я решил их показать. Если под этим роликом набирается 15 лайков, то я выберу еще одну пасхалочку. Ну, то есть очень много пасхалок. Но пока что я покажу часть их. Ну, мы, короче, погнали. Итак, заходим на карту Granny House, проходим сюда в эту комнатку, где кухня, и проходим где такой шкаф. Проходим вот эту стеночку, и через нее можно пройти, и мы попадем в какой-то двор. Там будет написано конец. Но не знаю, в чем конец. Итак, мы подходим к этому деревянному дому. Сейчас я вам покажу. Вот он. Тут мы можем прочитать одну табличку, которая будет написана здесь. Вы можете читать сами, зайти на кассовую карту и прочитать. Тут можете все посмотреть, подумать. Ну и так, короче, как попасть в этот дом? Еще одна пасхалочка. Как попасть в этот дом? Проходим, короче, во двор. Вот тут, и видим... восклицательный знак. Проходим через него, и все, мы попадаем в дом Момо. То есть, вот еще одна вам пасхалочка. Дальше, короче, мы... сейчас я вам все покажу подробнее. Мы заходим вот на эту лесенку, которая вот сейчас там наверху. Это я пока что искал пасхалочки там. Вот, смотрите, заходим сюда. Вот, видим это? Заходим вот по этой лесенке. И тут у нас, как видим, можем видеть игроков, тут всякие делать и искать пасхалок. Тут, конечно, очень много пасхалок, как видно. Надпись «Помогите» тут есть, и все. Тут еще есть табличка «Что-то в подвале», не знаю, может, пасхалок или что-то такое. Вот. Через это можно пройти, как видим. Да. Даже тут ничего нету, больше я тут ничего не нашел, как бы. Только вот это, туда спрыгнуть и все. Ну и, короче, хочу показать вам интересную штучку, если вы играете в командном бою. Да, если вы играете в командном бою, просто так заходите, идете дальше, и тут можно пройти к Т-спауну, то есть красным, спаун красным, и тут. И тут можно их там лубасить, там крысить. Ну, короче, сами знаете, если вы крысы, то можете использовать эти данные, не знаю, если играете в командном бою на этой карте. Также тут можно пройти через эту машинку, тут, да, ну и надпись «Ты не убежишь». Короче, я показал все пасхалки, которые увидел. Поставь лайк за свои старания, ну, мы пошли к следующей кастомной карте. Итак, короче, мы заходим на кастомную карту 45 трапс. Тут еще есть одна пасхалочка, которую я хотел вам показать. Да, я уже показывал прямо на прохождении карты. Да, но все-таки хочу показать еще раз. Вот, смотрите, прыгаем и видим вот такую дорожечку, ходим по ней, и мы находим вот такой керамбит. Название этого керамбита можете написать в комментариях, потому что я забыл его название. Ну, мы погнали дальше. Итак, короче, сегодня еще это покажу пасхалки на кастомной карте Парк Сити. Итак, короче, ну сейчас не пасхалку покажу, а то штучку, смотрите. Мы можем, короче, прыгать по деревьям, как бы, да. Да, может там убирать игра. Если вы любите порядки, эта карта тоже вам подойдет, чтобы тут прятаться. Ну и, ну ладно. Не знаю, может тут снимать какие-нибудь сериалы, эта карта попадет. Короче, вот наша штучка, где можно прыгать по деревьям, да, как видите. Можно тут их попрыгать. Так, ну, короче, погнали дальше. Теперь уже пойдем пасхалочки. Короче, проходим этот домик, уже второй домик рядом со спауном. Проходим через эту зеленую лестницу, и мы вот тут видим один паркурчик. Вот он. Проходим его. Сейчас покажу, что будет. Проходим. Так, вот когда мы уже, пацаны, пройдем. Сейчас пройду я, подождите. Так. Что-то не получается. Давайте, подождите, пока ускорю видео. Так. Вот, короче, когда вы прошли его, у вас включается флай. Вы, короче, прыгаете один раз, и вы, короче, летаете. Вот, это еще одна пасхалочка. В общем, вы можете там летать, да, как видите. Вот мы летаем, как бы, да. Можете удивить друзей этой пасхалкой, ну и так далее. Также тут можно лететь до одного самолета. Сейчас я вам покажу. Так. Видимо, мы можем тут летать, просто уделять друзей, типа то, что вы читер, ну и так далее. Также, как видите, можно летать, и вот, смотрите, вот, самолет, короче, вот он. Тут, короче, как-то можно забраться, я вот не понял до конца, как сюда можно забраться, да, и не понял до конца. Но все-таки пробовал, у меня что-то не получалось. Если вы знаете, как туда забраться, то напишите комментарии, я все прочитаю, отвечу там, не знаю. Ну, короче, как видите, вот еще одна подсказочка с оффлайм. На этой карте еще одна пасхалка. Короче, спускаемся в бассейн. Вот, этот бассейн. И, короче, есть такая стеночка, через которую можно пройти. Вот сейчас я вам покажу, сейчас до нее дойду. Вот, вот эта стеночка. Проходим через нее. И мы тут видим тестеры, то есть Джамбо Ю и Тревора. Ну, короче, можете посмотреть, там заскринить. Если вы не знали про эту пасхалочку, тоже поставь лайк, ну и подпишись. Но мы погнали дальше.
Так, вот еще эта пасхалка с флаем. Да, короче, эта карта. Сейчас этот раб свернул, короче, на это будет тоже карта в описании. Тут, короче, тоже можно полетать. Да, почему я сейчас говорю быстро и снимаю быстро? Потому что я не хочу сильно удалять ролик. Ну, типа, да, ну, короче, вы поняли, чтобы много долго не загружался, я решил так делать. Вот, короче, на этой карте можно полетать, удивить друзей, как бы, ну, и так далее. Если вы не знали про это, тоже ставь лайк и подписывайся. Короче, мы погнали дальше. Следующая пасхалочка на карте Мистер Файр. Короче, подходим к этой стеночке. Вот. Вот этому стеночке. И тут мы видим проход. Ну, проход. Проходим через него. Проходим этот мостик. И мы, короче, попадаем вот на эту, на такую надпись. На самом деле Файр как гусь. Да, пацаны? Это всегда приветствие Имры Файра. Сейчас вам покажу поподробнее. Вот, смотрите. Вы можете заскринить прям вот. Как раз это будет мой превью. Ну, короче. Короче, на этом все. Я как бы решил, типа, то, что пока что очень много времени, чтобы не затягивать это данное видео. Короче, пацаны, набираем 15 лайков, и я сразу же моментально выпускаю новое видео про пасхалочки на кассовых картах. Да, набираем 15 лайков. Ну, пока что... Я пока что подожду. Да, если вы что-то не поняли и не знали, пишите в комментарии. Я прочитаю и, возможно, отвечу. Всем удачи и пока.